Находимся мы в Архызе. Вот здесь вот. Вот такой огромный бук. Их тут даже два. Высоту метров 20, наверное. Тут ствол у него в обхвате, я думаю, в 4 обхвата будет. Вот второй, тоже огромный. Тут их много, вот третий, около речки растут. Много плодов, но они еще сыроватые. Вот, пожалуйста. Буковые орешки, чинарики. Такие. Еще. Много их тут на ветвях. Вот еще один между речкой Зеленчук и дорогой они растут. Вот корни их не идут здесь. Все оплетает всю эту местность. Под ногами вот ходишь, везде ихние корни. Вот выходят. Вот они на поверхности. Вот здесь вот много корней. Всю эту почву они здесь держат. Вот еще один великан. Вот его корни, видите, все здесь удерживает, насколько велико значение дерева на берегах рек. Здесь целая буковая рощица. Вот еще один. Вон там тоже они. Люди отдыхают. Вот костры жгут. К сожалению, часто и мусорят. У нас здесь тоже жарится мясо. Около вот таких вот великанов. После мяса лучше всего айран. Карачаевский кисломолочный напиток. Держите, держите, пожалуйста.
плыть. О боже мой, о боже. Молодец. Оп, оп, ай, браво, умник. Давай, давай. Молодцы, боже, браво. Молодцы.